шампанского закажи нам, а то тяжело дышать. Хе! Тело — это машина, в котором живет душа. Сначала водить опасно, и бабушка не велит, но ты получаешь паспорт, как дедовы жигули. Случается перелом. Ты в этой машине скован, ведь ты не Ален Делон. На улице дразнят странно, родняк говорит, не верь. Ты едешь не в рестораны, а в правильный универ. Ты едешь, куда деваться? Пусть дразнят не в первый раз, но лет в 19-20 твой кузов меняет класс. И форму, и руль, и фары. Теперь это новый Форд, и ты выбираешь пару, чтобы ей предложить комфорт ночной придорожной страсти, своих лошадиных сил. Но ты не король на трассе, а так эконом такси. И ты молод, оперативно решаешь свои спеши. И вот ты уже в спортивной машине, каков престиж. Ты модный, ты эпатажный, тебе молодой мотор. Еще не хватает стажа, но чувствуется задор. И ты принц, у тебя невеста в корсете, в чулках, в фате. И вдруг не хватает места для тещи и двух детей. И вновь переходный возраст, и вновь ты не эталон. Их меняются габариты, растет на глазах салон. Меняются габариты, не выехать из ворот. Ходовка слегка разбита, вписаться бы в поворот. Как было легко на Порше, но эта пора ушла. Сперва ты меняешь поршень, потом применяешь шланг. И ты бы купил новее, но тут же не магазин. Смеяться, зубная фея, давай не буксуй, вези. Поехали выходить! Выходит душа наружу и хлопает дверцей. Хлоп! Теперь ей уже не нужно телесное барахло. Сломалась внутри пружина, и снова ты окрылен. Шамп! Шампанского закажи нам, сегодня не за рулем, сегодня не за рулем, сегодня не за рулем, сегодня не за рулем, сегодня не за рулем.